Девушка, давайте поменяемся местами. Я просто с ребенком хочу сесть у окна. А где ваше место? В задней части самолета. Нет, извините, я специально брала билет дороже именно в этой части самолета, где есть окна и где мне комфортно. Но у меня ребенок. Да, я понимаю, но я сижу по билету на своем месте, я не собираюсь меняться. Да кто ты такая, это малолетка? Мой ребенок хочет сидеть у окна. Это не мои проблемы, что хочет ваш ребенок. Надо было тогда покупать билет подороже, если вам это настолько важно. A few moments later. Девушка, а мы теперь соседки. Вы можете сказать своему ребенку, чтобы он не пинал мое кресло? Он не пинает. Малыш, смотри, будто плаваешь, то есть ты не пинаешься, ты... Уважаемые пассажиры, мы вынуждены совершить аварийную посадку в аэропорту Гуэнте-Ланге. Спасибо за понимание. Что это вообще за Гуэнте? Вот как бывает. А вы куда-то торопитесь? Это не ваше дело. Я думаю, мы теперь с вами еще больше подружимся. О боже, еще этого не хватало. Это мы здесь же тупо пустырь какой-то. Так как мы вообще смогли приземлиться без асфальтированной посадочной полосы? Да тут не об этом нужно волноваться. А где аэропорт, где пассажиры? Вон они. Ну ты считаешь, что в самолете на 120 посадочных мест, которые все были заняты, смогло остаться только 30 пассажиров максимум? А женщина права, пассажиров очень мало. Вот-вот. И я, кажется, знаю, в чем дело. В чем?